Привет, меня зовут Данил. Я попал в детский дом с 4 лет. Считай, с 5. Я очень общительный, я веселый человек. Я могу хорошо находить язык с разными людьми. Я люблю общаться, мне нравятся большие компании, чтобы посмеяться там, повеселиться. Человек, если радуется, у него улыбка на лице, и все, он, считай, счастлив. У меня одной улыбки достаточно для радости, для счастья. В детский дом я приехал, я был зашуганным человеком. Но я боялся, у меня сестра старшая, она защищала меня. Потом я более смелее стал там. Нравится вот выступать как на сцене, там, в больших залах. Я вот, когда первый раз выступил маленький, я очень сильно боялся. Я очень волновался. Ко мне подошел мой руководитель и говорит: ты главное смотри в зал и ни о чем не думай, пой песню. Я вышел, спел, мне весь зал очень громко хлопал. Проект «Сердце километра» подарил мне встречу с сестрой моей, с Владом, младшей. Я с ней не виделся около 10 лет. На проекте, когда мы приехали в город Назарово, мне выпал такой шанс, я с ней созвонился, сказал: приезжаем в Назарово. Все, она приехала, мы с ней посидели, поговорили. И я испытал восторг, потому что такая встреча. Я думал, я когда выйду, я только тогда, наверное, с ней встречу. Но то, что я попал на проект, и так получилось встретиться, это я очень рад. Проект доказал то, что невозможно и возможно. Я объездил весь Красноярский край. Узнал, какой он большой, какой он культурой богат. В каждом городе, в каждом крае свое богатство. У некоторых ремесло. У каждого свое. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами канал Алексей. Я хочу стать журналистом. Эта профессия меня манит. Знать, что происходит в мире, там, побывать в горячих точках. Там. Я как посмотрел со стороны на людей, как они работают, мне это понравилось. Ты общаешься, узнаешь, добываешь нужную тебе тему. Я знаю, что у меня точно будет семья, будет ребенок, может, не один. Это смотря я как буду работать, как зарабатывать. Я хочу, чтобы мои дети были добрыми, чтобы не ругались там нецензурной бранью. Меньше дрались там, попадали куда-нибудь в такие сложные ситуации. Но если будут попадать, я буду помогать всеми силами. Буду зарабатывать, буду растить, я, наверное, буду хорошим папой. При поддержке компании «Красцветмет».